Итак, здравствуйте, дорогие гости, друзья и коллеги. Прямо при записи видео, которое я только что сейчас сделал, позвонил мой подписчик Николай. Николай, привет. И в процессе выяснения его проблемы, у него проблема такая, там ржавчина на арочке. И он спрашивал, как ее устранить. Меня, наверное, плохо видно. Давайте я сделаю вот так пока. Да, и вот. И он спрашивал, как ее устранить. И мы с ним говорили, как это сделать. Вопрос возник по поводу пескоструя. Пескоструя нет. И как сделать пескоструй быстро, которому... Не нужно покупать ничего. Ну, единственное, что купить нужно 350 рублей, это продувочный пистолет. Это видео уже в интернете есть. Я записываю это видео ему сейчас, Николай. Но заодно и выложу подписчикам, всем остальным. Будет интересно. Делается очень просто. Еще раз скажу, стоимость всей работы 350 рублей. Давайте посмотрим, как. Сейчас я настрою мой агрегат. Вот так. Значит, смотрите. Вот такой продувочный пистолет. Вот такой вот. Он с длинным носом. Я им пользуюсь не часто. Обычно я пользуюсь пистолетом от популярной ныне компании «Русский мастер». Вот так, да? Он выглядит. Это пистолет. Пистолет такой... системой рециркуляции абразива. Недорогой. Когда-то он был сделан какими-то не русскими товарищами, французами или американцами. Он стоил довольно дорого. А сейчас вот компания «Русский мастер», может быть, когда-нибудь мы с ней подружимся. Вот Биберусу уже подарили полировочную машинку. Я тоже хочу. Может быть, когда-нибудь... и мне подарят в целях тестирования. Он у меня стоит на окне, и видите, он выгорел уже чуть-чуть от солнца. Ну, выглядит он примерно вот так. У нас, как я купил его, купили у нас его все. И рихтовщики, и маляры. Вот так он выглядит. Вот посмотрите. Значит, вот здесь песок. Вот здесь песок. Вот это насадка. Вот она обычно круглая. Эта насадочка представляется к жучку и нажимается, на курок нажимается. Выбивается воздух, большой силы воздуха здесь не нужно. Если это далеко, то да, там, чтобы добить его, да. А здесь прямо вот так ставится пистолет, выгребается все на свете. Жучок просто убит и повержен. Ой, я свет не включил, сейчас я свет включу. Во. Жучок убит и повержен. Вот. Песок к нему. Сейчас принесу песок. Покажу, как выглядит песок. На довольно долгое время его хватает. Песок стоит 200 рублей. Это недорого. Вот так выглядит песок. Он такой черный. Колкий. Я однажды в целях эксперимента попробовал его к руке. Он как дал мне в руку, я думал, и до самопроизвольного выделения мочи, так скажем. Итак, вот коснулись мы немножко, прорекламировали «Русский мастер». Надеюсь, он этого не забудет. А теперь к самому пистолету. Инструкция, как всегда. Но я, в отличие от многих людей, инструкцию читаю, знаете ли. Люблю читать инструкции. Хотя есть версия, что русские не читают. Ну, я читаю, может, не русский. Вот, начнем операцию. Вот так вот. Просто срежем.
Так, ноготь будет работать еще лучше. Не знаю, может быть, здесь монтажер поставит музыку, а может, не поставит. Посмотрим. Вот видите отверстие. Убрать надо полностью, чтобы он не мешал. Да, может человек скажет, я буду пока искать где-то там, что на, где там в этой в интернете. А вот он попросил, говорит, ты запиши. То есть вот так. Вот так эта дырочка. Вот так она выгребается. Ой, качество. Теперь у этой камеры качество просто сгладил. Нет? В общем, вот так это нужно сделать. Просто вырезать небольшую вот такую вот штучку. Дальше. Теперь самое главное. Нужно вот здесь сделать дырку. Ну, дырку надо сделать точно такую же, как отверстие вот у этой штуки. Как это сделать? Ну, я делал вот так. Я делал вот так. Нагревается вот эта штука. И когда она нагрета, горяча, аккуратно пробивает. Вот так берется и делается прямо вот так. С первого раза не получилось. Но это спичка. Может, давайте попробуем две сразу. Николай, большое спасибо за то, что ты сказал, что у меня хорошие учительские способности. Для начинающего ютубера, как сказала дочка Сережи, это важно. Так, вот так прогреваем. Знаете, где самая большая температура? В школе меня учили. На самом кончике. Ай, горят. На кончике пламени. Так, вот так. Что-то у нас не получается. А почему? А почему аборигены съели кука? Пойдем по следующей, по увеличительной системе. Пустим три. Пустим три. Так, 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 так. Ну, должна она быть. У меня получалось всегда. Так, на самом верху. Ах, какое пламя красивое. А! Есть контакт, видали? Есть пробил. И туда насквозь надо. Есть контакт с первого раза. Вот что значит три. Три. Этих, какие, свечки, спички, свечки. То есть вот такой принцип, смотрите. Сюда набивается, насыпается песок. Сейчас мы покажем это. И потом, пока у вас песок внизу, вот так, вот тут, допустим, песок, да, у вас она не дует. Как только вы переворачиваете, и песок начинает попадать в поле зрения вот этой дырочки, сразу песок, а тут нажимается воздух. И начинается выкидывание на такой скорости песка. Но я вам сейчас покажу прямо, сейчас прямо засыплю и покажу. У меня как раз тут есть, у меня как раз тут есть и песок подготовлен специально для вас, во-первых. А во-вторых, не знаю, видно там. Ну, желательно, чтобы он, конечно, был чуть-чуть хотя бы просеянный. Видно, да? Видно вроде бы, ага. Камень попал, блин.
Камешек, так. О, еще один попал. Ну, ничего, он будет притормаживать чуть-чуть. Вот, и засыпаете вот так вот видео. Мартыну Лехе привет, это он мне показал. Это он мне показал, это не я такой умный. Он где-то нашел в интернете и мне показал. Он сам себе сделал, потом я у него увидал и сделал себе. Вот. Мне там надо как раз на тесты кусочек железа. Я как раз делал видео про оцинковку, про холодное оцинкование. Ну, как раз Николай позвонил. Так, песок засыпали, да? Вот дырочка, да, у нас. Они ровненькие, хорошие. И вот, закрывается. Вставляется, пропускается через дырочки. Вот эта вот штукенция. Ну и сейчас пойдем на улицу. На улице я покажу. Ну вот покажу примерно так. Вот так переворачивается, нажимается. И вот так он работает. Сейчас я покажу на железе, как он будет отбивать на железе. Попробую все сделать одной рукой. Так. Вот так. Не, я не знаю, получится или нет. Давайте я попробую, где? Вот на этом месте, наверное, да? Где это? Так, 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 вот тут. Сейчас покажу. Песка мало. Но все-таки все равно. Нет, вот так, наверное. Вот так будет лучше. Вот так. Вот так. И вот так. Вот теперь смотри, Николай, как эта штука опасная работает. Попал в песок. Попал камень. Камешек небольшой попал. Небольшой камешек попал. Надо вытащить его, видишь? Надо, ну, просеивать надо обязательно, конечно. Во. Ну, в общем, как-то так. Работает. Просто надо просеивать. А просеивать у меня не было времени. Итак, скажу, что, друзья мои, пробуйте. Простой, конечно, дешевый, 350 рублей. Ну, для него не нужен сильно большой компрессор. Какой у вас есть, какой у тебя есть 100-литровый компрессор, он вполне будет достаточен. Единственное, что просей песок. Через что-нибудь мелкое, чтобы он не попадал вот именно, видишь, он попадает. Хотя смотри, пока он не попадал, смотри, как хорошо он за 3 секунды вычистил металл. А ржавчина хорошая здесь. Все. Видишь? И не только Николай, но и все остальные, друзья мои. Конечно, скажу еще раз, этот рецепт. Рецепт приготовления есть в интернете. Ничего нового здесь не придумали. Но он забился, видите, тут по быстрой технологии. И, скажем так, Николаю было нужно посмотреть, как устроен, как его сделать. По одной вот только проблеме. Что ж сюда попало такое? Что-то попало прям хорошее. Какой-то камешек. Да, сделать, и все будет отлично. Итак, гости, друзья и коллеги, всего вам доброго. Николай, привет. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Николай, привет.
от подписчика. Очень-очень вчера выручил, помог. Вот, глянь, на фоне прям снимаю арочки вот этой. Я тебе еще фото детально скину, какая она была. Вот, арка эта. Вот, глянь, я прям сейчас на расходу не умею, я не блогер. Это не переключу, наверное, все-таки. Ну вот, как бы показать камеру. Ага, вот он, смотри, вот он пескоструй. Как ты меня вчера научил, я все сделал. Вот. Ну, что-то, знаешь, побоялся я портить. Думаю, длинный, сейчас испорчусь, неправильное отверстие прорежу. Начал экспериментировать. Нашел трубку 6-го диаметра медную. Не знаю, из-под чего, тормозная, но суть важна. Там в ней внутри, я не знаю, так вот будет, вон прорезь сделал. Вот как у тебя, через шланг такой пластмассовый соединил через короткий продвоечный пистолет, воздух, и все работает. Просто литр, вот бутылка, да, литровая, литр ушел у меня песка, и от песка струил полностью, в одном месте даже маленькая раковиночка, дырочка, полностью от песка струил арку. Я тебе сейчас вот еще фото дополнительно кину. Спасибо тебе большое, просто выручил, просто.